Сегодня у нас 17 июля 2017 года. Это поселок Потеряевка, первый мостик. Вот он как выглядит сейчас. Вот тут куча кирпичей навозили, будто. Вот он. Сейчас. Сегодня у нас 17 июля 2017 года. Бульдозер на первом мостике надо приготовить. Там уже вон грязь. Может, ему надо немножко сместиться, гусеница? Да.
как бы нам не пришлось это подкидывать все. Взял. Ну, кирпичи кидай. Я муроил. Там уже вода стоит. Вот за новый кирпич взял, тут провалиться начал. А который запасной кирпич, он сказал, во. Вот теперь он идет. Но я пьящий стук. А ребята никак не могут найти. Дожди прошли, где инструмент спрятали. Кое-как нашли. Все. Все, поезжай. Чтобы не утонул, я очень боюсь за трактор. Ну вот он теперь надавил сюда. Конечно, не получилось так, ниже уровень, дальше идет слякоть. Но, однако, русло намечено. Вот так. Вот наши ребята там ищут свои спрятанные это кувалды, ломики. Вы имеете вот там, который на выходе? Да, но вы самый далеко оттуда не надо кирпич. Поближе подкиньте его. Туда? Да. В низине. Ну сколько можно. Или вон ближе к этим сваям. Вот он сбоку теперь наш кирпич подтягивает. Готовы ко мне подошел. Вот наши велосипеды. Вот он теперь выворачивает машину в сторону. И сейчас будет грести туда дальше. Вот теперь он выходит на фактический простор. Кто-то там сообщение прислал. Кто? А там, не знаю кто. Номер чужой какой-то. Говорит, слово Божие, говорит, говорит как-то с плевками, говорит. Детям, говорит.
Вот, на телефон кто-то написал. Я про меня ему надо немножко давануть. А он не может проехать, он нужен там, видишь, что? Вот, смотри, никак. У нас вот так вот, урок, он там работает нормально. А мы уже... Бабушки наши. И камни, которые привезли, тоже он будет сворачивать? Нет, он, Игнать, он сказал, что вручную будет. Он на расплату. Thank you.
продолжаем работу на первом мостике Потеряевки. Или Потеряевки. Сейчас он выравнивает уже все. Он уже к камню готовит, да? Уже к камню готовит? К камню готовит. Сейчас Ленин этот слой сделаем, он будет дальше трассу делать, а мы начнем камень17 мая, продолжаем работать на первом мостике. Брат Никита проектирует. Это уже он начал тянуть бут, который будет лежать сверху. Там, конечно, опасно. Получится местность. Вроде отходится все, слава богу. Thank you.
наверх этот камень. Стоит на нем. 60. Да? С той стороны зайди, там посмотри сзади. А то он поди завалил уже ее. Какой идет прямо на меня. Все. Ну да. Его не вытащил никого. Я ему говорил, он ничего. Я говорю, смотри. А может только тут вода глубже там. Не застрял. Сейчас будет растаскивать. О, вот эту сломал. Ну я ему сказал, сломай ее. Она одна была. Сейчас он по всей растащит. Thank you.